Courtney Fingar, contributing editor for Real Asset Media, and I'm absolutely delighted to be joined here by the mayor of Kharkiv, Igor Terekhov. Now, many of you might know that Kharkiv is the second largest city in Ukraine. It's in the eastern part of the country, and because of that is very much on the front line of the war. The city has withstood more than a year of invasion and onslaught by Russian troops and is still, we are very happy to say, standing strong, but it's quite a difficult situation. Mr. Mayor, we are very honored to have your time. Tell us first, how is the current situation in the city right now? Прежде всего хочу сказать, что начиная с 24 февраля минувшего года, с момента начала войны, постоянно город Харьков подвержен бомбардировкам, обстрелам, и наш противник, российские войска, стояли на границах города. Были ДРГ, которые заходили в город и которые были уничтожены нашими доблестными военными. Поэтому ситуация, которая была и которая есть, это две больших разницы. Сегодняшняя ситуация следующая. Да, мы подвержены сегодня определенным рискам и бомбардировкам, и очень много объектов критической инфраструктуры разрушено, очень много жилых домов разрушено, больниц, детских садов, школ. К примеру, могу сказать, что 50% школ разрушено, 50% детских садов разрушено, 77 учебных лечебных заведений тоже разрушено. Разрушено больше 5000 жилых домов, среди которых 500 домов вообще не подлежат восстановлению. Да, очень большое разрушение наших высших учебных заведений. Поэтому ситуация, конечно, тяжелая, но полностью контролируемая. Почему? Потому что сегодняшняя ситуация – это уже не та, которая была в начале войны, когда российские войска стояли по окружной дороге на границе с городом Харьковом и из РСЗО и танков расстреливали город. Гибли мирные жители, гибли население, были колоссальные разрушения. Сегодня потихонечку возвращается жизнь, сегодня возвращаются люди в Харьков, и город постепенно набирает какую-то динамику, будем говорить, жизни. I'm very glad that there is some order of calm and life returning to the city, but you mentioned the damage, and I imagine there are many ways that the international community could help Kharkiv. What are your most urgent priorities? What kind of help does the city need right now? Ну, прежде всего, я не могу отделить город Харьков от всей Украины. И самая основная задача сегодня выиграть войну для того, чтобы наступил мир и для того, чтобы можно было нормально развиваться и уже, будем говорить, развивать экономику, строить. Почему? Потому что пока идет война, мы отчетливо себе отдаем отчет, что ни один инвестор не придет. И если война будет заморожена, то тоже ни один инвестор не придет. Поэтому основное – это вооружение, основное – это поддержка мирового сообщества и предоставление тяжелого вооружения, авиации для того, чтобы мы победили в этой войне и убрали эту нечисть от наших границ и освободили все наши территории. Ну и после окончания войны, конечно, должны быть четкие гарантии безопасности. Это тоже будет защита людей и инвесторов. Я имею в виду это или членство в НАТО, или еще любой такой серьезный потужный союз, который должен быть с тем, чтобы Украина была гарантирована от войн, гарантирована от агрессий любых, с любых сторон, тогда, конечно, инвесторы будут приходить, и тогда мы будем четко работать с инвесторами для того, чтобы у них было максимально лояльное условие для размещения инвестиций, для строительства, для производства, для экономики. Are you thinking and planning already for the reconstruction? And how can financial investors, companies, and private sector
play a role in your reconstruction and rebuilding activities? Да, безусловно, мы ни на минуту не останавливаемся, и мы сегодня, несмотря на войну, уже нам удалось реконструировать 200 зданий за тот год, за минувший, я имею в виду жилые дома. Кроме того, мы сегодня не останавливаемся и тоже реконструируем. То, что касается генерального плана развития города Харькова, мы работаем над ним вместе с архитектором Лордом Фостером, группа наших архитекторов. И мы понимаем те задачи, которые сегодня должны быть, потому что основа основ – это генеральный план развития города Харькова. Это дорожная карта на десятилетия, потому что мы хотим создать абсолютно новый, будем говорить, город, сохранив традиции, аутентичные традиции города Харькова. Мы хотим сохранить город для того, в новом таком формате, для того, чтобы это был современнейший европейский город, как мы говорим, идеальный город будущего. Это должна быть IT-столица Украины, это должны быть новые производства, это должны быть инновационные производства в городе, потому что все зависит от экономики. Ну и, конечно, современные жилые кварталы, не многоэтажная застройка, я имею в виду 6-7 этажей застройки с подземными паркингами, сделанные по всем современным требованиям энергосберегающих технологий, для того, чтобы люди приезжали и хотели жить именно в городе Харькове. Кроме того, конечно, это транспортная инфраструктура, она должна быть комфортной, удобной для людей. Должны появиться новые современные виды транспорта, такие как электробусы. Поэтому над этим всем мы сегодня работаем и понимаем, что мы не имеем права останавливаться ни на минуту, потому что как только закончится война, мы хотим, чтобы город Харьков набрал необычайные темпы строительства, необычайные темпы для того, чтобы город Харьков оставался, знаете, таким большим мегаполисом в Украине, очень значимым. Мы планируем, что население Харькова будет порядка 2,5 миллионов человек. Мы планируем, что город Харьков будет студенческой столицей Украины. И для этого прилагаем все усилия, чтобы была дорожная карта, по которой инвестор может прийти и размещать свои инвестиции, понимать, что он гарантирован от любых неудобств, гарантирован, что его деньги будут работать и приносить ему прибыль. Last question. This video will be watched by an audience of international business people, and it will also be shown at a conference in Warsaw focused on investment in Central and Eastern Europe. What message would you like to share now with our international investor audience, but also in particular your partners and neighbors in Central and Eastern Europe, and in particular in Poland? Прежде всего, я хочу, чтобы международное сообщество поддерживало Украину, поддерживало город Харьков. И после нашей победы мы создадим все условия для того, чтобы инвесторы могли смело размещаться в городе Харькове и получать прибыль со своих инвестиций. А мы сделаем все возможное для того, чтобы была прозрачность, четкость всех абсолютно процедур, которые будут и которые нужны будут для инвесторов. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы приходили в город Харьков. Mr. Terehoff, thank you indeed for your time. We are truly grateful, as there's so many pressing priorities that you have to deal with at this moment. We wish peace, security, and safety for you, your team, and the city of Kharkiv. And we look forward to keeping in touch with you to find out your future plans for reconstruction and development. Thank you again. Спасибо.